Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, самоцветы 10 штук забрали, сундук открыли. Так, зимние шины, стартовый ускоритель. Так, здесь бесплатно тоже сундук забираем. Крылья. Ага, на раллийное авто. Всего 36 тысяч. Блин, скоро вот этот сундук, ребят, сможем открыть, если накопим 2000 кристаллов. Давай следующий активируем. Так, у нас сундук. 22 сундука, маловато, конечно. Ну, ладно, сколько есть. Так, ну что, тут у нас вчера. А знаешь, сколько сейчас времени? Сейчас увидишь. Даже не буду писать. Хотя, ладно, напишу просто «Привет». Тебе интересно узнать, сколько времени? Смотри внимательно. 4 часа. Нормально? Рэй не спит. Называется, выспался днем. Ну что, я поехал, короче, ребят, сегодня попробую 23 тысячи кубков взять. Весенний город. День чудесный. Возьмем какого-нибудь. Так, ну с ушками уже часто у нас был. Блин. С помойным ведром на голове было бы, кстати, неплохо, да, взять. О, свиное рыло. У нас, кстати, давно его не было. Пускай он у нас покатается. И берем с тобой наш Феррари. Поеду на нем. Опа, не я тут один такой умный. Так, этот с крыльями едет. Давай с крылышками. Так, он меня обгоняет, ребят. Потихонечку, но он меня обгоняет. А знаешь, за счет чего? За счет крыльев. Он, когда приближается, ну, когда я вот эти всякие кочки езжу, объезжаю, он их просто проскакивает на своих крыльях. Поэтому ему немножко попроще, конечно, в этом плане. Да ладно. Не может такого быть. Я не верю своим глазам, ребята. Давай. Бери. Правильно взяли, все. Нет! С какого... А с какого перепуга? Ребята, я нажимал кнопку на выравнивание. Она просто отказала. Он не стал переворачиваться. Вообще не стал, вообще не среагировала. Зашибись. Просто не среагировала. Нормально. Так, давай, отлично. Ну что, я надеюсь, первое место все-таки достается на... Блин, тут 4 гонки. Это еще не факт, что мы первое место получим. Ребята, все. Дай бог приехать, я не знаю, там вторым. Это на крыльях там совсем, смотрю, припупел, да? Ультрасвифт, или как его там звать? Ультрасвифт. Все, друзья мои, первое место. Пускай, как говорится, не радуется. Кубок Сумрачной долины. Так, я возьму, наверное, здесь все-таки наши баги. Мы в прошлые разы на баги очень неплохо здесь разруливали эти ситуации. И как только я беру баги, обязательно, ребят, сразу же в игре появляются баги. То есть не я один такой умник. Куда мы там летим? Слушай, ну в принципе нормально было, только очень много времени потратили. Очень много времени тратим, ребята, вот на это вот. Он упал, если на ровную, да, без всяких там бугров, он начинает время очень много тратить на восстановление. Вот, видел? И меня вот это почему-то... Не надо только туда, пожалуйста. Ну вот, началось. Вот это что сейчас такое, ребят? Что сейчас происходит? Объясни мне.
Трындец. Что-то с игрой, по-моему, она подлагивает. Какой-то такой прерывистое было. Ладно, сейчас посмотрим. Нет, все-таки, ребята, подлагивает игра. Ну вот это вот, нафига ты так делаешь-то, а? Вот эти вот прыжки твои идиотские, они здесь вообще не нужны. А тем более такие, знаешь, это, здоровые. Прыгнул с легонцушки и все. Так, 7 очков, первое место. Кубок пустыни. Ну, кубок пустыни... Но это не тот, где песок, да? Это, скорее всего, нам нужно будет на раллийном авто. Скорее всего, ее нужно будет проходить. Я смотрю, здесь супер-дизелек. И не только супер-дизелек. Почему я не удивлен, а? Ребят, вот объясни, как он там мог проехать, причем даже не врезавшись нигде. Как он пропрыгал? У него нету крыши. Крыши у него нету. Он сразу должен был размазаться там. В дребезги. Да врежься ты к чертовой бабушке, хламонищ несчастный. Прыгает там. Скачет мне, кузнечик чертов. Бесят меня вот эти ребята на амортизаторах, чепушилы несчастные. Просто, знаешь, он не умеет просто гонять нормально на колесах. И как самый позорник начинает вот всякие тут ерунды. Он этот. Прикинь, я еду вот на этой штуке, да, перелетаю. А он просто с обычного прыжка летит. А я на нитро летел. Первое место, отлично. Так, ну что, скоро... Так, большой воздушный кубок. Слушай, тут, по-моему, можно было и на суперкаре ехать. Да? Опять этот с прыжками там... Передергивает. А раньше мы с тобой ехали с чем? С идеальным приземлением. Помнишь, были такие моменты? Теперь идеальное приземление мы не берем. Берем что-то покруче. Давай, давай, родной. Есть. Юх. Хорошо сейчас взяли. И высоту, и темп, и канистры. Открытый воздух. Ну, я должен, по идее, здесь. Нифига там кульбиты делает. Баги, давай завязывай со своими тут выкрутасами. Хм, супердизель захотел чего. Закатай губешки обратно. Так, приступайте к развлечениям. И мы забираем с тобой сундук. Зимние шины, колесный ускоритель и ускоритель дым. Так, приступайте к развлечениям. Ладно. Возьму наше раллийное авто. Это не то, нет, это не то, блин. Зря передергивал, ребят. Я думал, что... Крыльями, да? Чепушила ты нечестная. Иди гуляй, Вася. Еще не дорос до меня. Крылья нацепил, думает, все можно теперь ему. Но вот здесь с крыльями будет ему немножко попроще. Потому что здесь можно планировать. Видишь, он, ребята, он сбросил скорость.
Райканен, блин. Видишь, из-за того, что ребята у него были крылья, он прыгнул на эту ерундовину и на крыльях пролетел. Вот и все. Я тебе говорил, что ему здесь крылья помогут. А мне тачка куда-то в небеса, блин, смотрит. Не надо вот этого. Хотя, если так, то зашвись. Опять Райканен там едет сзади. Наверное, он, да? Вот ехал вторым. Нет. Индиго-пилот приехал вторым. Райканен, вот он. Ну что же. Забираем 20 деталей. Это у нас на скутер. И следующее у нас болото, да? Ну что же, болото так болото. Нам абсолютно все равно. С крыльями на нитро, ну это, конечно, читерство. Тебе так не кажется? М? Он ехал не с нитро, а даже, по-моему, с форсажем он ехал. Ну да, у него форсаж, он сзади. Твою-то налево, блин, ну... Фура да выделывалась. Так, я опять вторым приехал, да чтоб тебе. А фура-то... Фура, ребят, хорошо там распласталась, как я посмотрел. Блин, не получается, ребят. На один балл он меня выиграл всего лишь. Путешествие на пальцах. И я поеду опять же на раллийном авто. Я не буду здесь ничего, ребят, менять. Не буду брать баги. Хочу именно на ней тут прокатиться. Они все с крыльями практически, ребят. Не знаю, что за мода нынче пошла на крылья. Но я от нее как бы уже отошел. Раньше, конечно, крылья были топ. Сейчас я бы так не сказал бы. Давай, заныривай. Видишь, там халабуда один. Нервирующий меня. Хочет обогнать. Все, ребят. Так, 6 очков. То есть два первых места уже гарантированно дают нам победу. Так что можем уже не переживать. Но практиковаться все равно надо. Жик. Куда мы там летим, я фиг его знает. Все. Все кучей вниз упали. А я перелетел как самый умный. Так, день гонок. Ну вот, наконец у нас день гонок. Давай, свиное рыло. Сейчас будешь у меня. Надеюсь, будешь показывать нормальные результаты. Опа. Фига там чувачок наяривает. На своих прыгунках, блин. Жесть. Как разгонится все, ребят. Ну, опять же повторю. Если, не дай бог, впереди какой-нибудь там потолок или еще что-нибудь. Ой. Я не завидую ему, прыгункам этим. Тихо ты. Вот здесь вот, пускай вот попрыгает. Я бы на него посмотрел бы. Да здесь он сдуется сразу же. А вот прыжок вот этот вот, вот зачем такой нужен был, а? И вот именно из-за вот этого, ребята, прыжка я и проиграл. Здесь он нафиг не нужен, такой здоровый. А он подлетел еще там, так медленно-медленно зависал. Опять этот там прыгает. Придурочный. Ну да, он там прыгает. Придурок детства, блин.
Этот все никак не успокоится. Так, что у меня там получается? Первое место, ребята, да? Первое место. Зеленый кубок. Зеленый кубок. Наверное, здесь надо будет на раллийном авто нам ехать. Кто-то опять там нитро врубает. У тебя оно закончится когда-нибудь? Ё-моё, едет он, блин. Есть. Шпарит без остановки. Я когда ехал, ребята, мне там хватало буквально на чуть-чуть. Потом все, ребят, если ты... как сказать, не передохнешь, у тебя просто топливо кончится. А этот шпарит ему хоть бы что. Вот правильно, лети отсюда нафиг. Еще повезло, еще встал на колеса. Чмоха. Так, отлично. Все, ребят, первое место. Ну, гонка-то еще будет одна. Ну это что такое было-то? Ёпарста, блин, даже не тронулся, блин. Горючку пропустили. Да. Да, он там стрял, конечно, конкретно. Есть. Все, ребята. Видел, там фура зависла на этом, на мостике, когда надо было прыгать. О, давненько, давненько мы с тобой не видели фабричный кубок. И на тебе. Как по заказу, но я без крыльев, правда. Тут бы с крылышками, ох, было бы красота. Так, лихач сзади. Иди ты. Этот уже включил там, видел? Сопляк. Включил свою турбину, блин, уже едет там довольный. Пускай он там летит в поднебесную, куда хочет. А мы первое место будем занимать. Ну что, последняя гонка у нас на фабрике. Неплохо я так сейчас обогнал, обдурил их всех. Да уйди ты со своим форсажем от меня подальше, блин. Тебя воняет, не знаю как. От кого, блин, за километр, блин. Поехали. Так, еще шахты. Еще шахты. Ладно, оставляем раллийное авто. Хотя лучше бы здесь, наверное, багги было бы. Да как вот он не боится, блин, в шахты? Чего на мотоцикле ехать-то? Не понимаю, ребят. Так, это, по-моему, у нас приколюх. Нет, не приколюха. Давай, 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 давай. Отлично, пока все идет хорошо. И вот финиш. Всех этих засранцев просто обогнали с тобой. Не могу сказать, что это, конечно, было легко и просто. Да ну нафиг, я лучше вниз. Так, мотоциклист. Еще там аккуратничает как-то. Анастас. Я бы сказал бы, кто ты? Анастас. Педагог. На самом дне. Вот Анастас — это днище, днище днистое, скажем так. Канадец хренов. Чепушило просто-напросто. Самое настоящее. Все. Я же говорил, самое дно. Вот он, дно и осталось. Так, ну а нам тут, ребята, еще 5 или 6 гоночек, и все. И мы возьмем наши кубки. Так. А, была не была.
Нам не привыкать к пустыням, к этим гонкам. Здоровски. Нам не привыкать, называется. Сразу же начал с фейла. Долбанные домики, как они меня раздражают, а, ребят. Оп, нормально. Вот оно надо было тебе именно наверх-то ехать-то, а, Рэй. Iron Man. Так, ну здесь первое место. Надо нам еще по-любому сейчас брать первое место, если мы хотим. А, у этого попрыгунки. Вот, кстати, что я заметил. Но, наверное, не ту трассу взял, да? Для своих прыжков. Я доеду. Ну, басы, чертов. Все отлично получилось, ребят. Просто великолепно. Проехал одаренно. Так, миля в пустыне. Это у нас, я понял. Это с прыжками где, по-моему, трасса. Ну, с лихачом понятно, тут уже бесполезно, ребята. О, все. Почему-то только я не допрыгнул. Все пролетели, а у меня почему-то не хватило. Хотя по мощам вроде бы все нормально. Ну вот. Вот так вот получается. Мы кого-то с тобой настигли. Да что ты, Рэй, творишь-то, твою душеньку, а? Какой этот там сверху, блин, ребята? Фух, прикинь. С последнего места мы с тобой просто стали вторым. Это дорогого стоит. Так не каждый, ребят, сможет сделать. Тем более я там конкретно так подзавис. И успел вырваться еще при этом. Так, мы оба, да? Я смотрю, там чувак тоже подсмотрел и тоже взял красный Феррари. И вот начинается вот это раздолбайство, попрыгунчество. Есть. Так, зона опасности. Что там у вас опасного такого в этой зоне? Фига ты там колесики-то себе надел, парень. Я понял. Я не вытянул, ребята. Я постоянно не могу запрыгнуть. Причем практически на любой машине. Я все время врезаюсь. Третье место, да? Хорошо. А фантом там разбился. Постоянно я врезаюсь в этот парабрик. Не получается у меня здесь вырулить. Сейчас попробуем здесь, хотя, может быть, получится отрыв сделать. Отлично. Да, тут хорошо получается. Чувак тоже вылетел там. Как говорится, уже погибать или побеждать. Сельский кубок. Ну, сельский кубок на ролике, я думаю, мы сделаем сегодня. О-о-о, тягач, ребят, набирает скорость. Что не говори, все-таки есть микро, ребята, поддергивание вот эти вот, как ни крути. Я прям чувствую, микрофрезы, они присутствуют. И они меня почему-то очень сильно отвлекают.
Первая гонка нормально у нас прошла, хоть они там и пытались все, конечно, с копом меня обогнать. Там и фура, и этот лес, вертушка. Ну, вроде бы нормально все идет. Так, сзади еще одна ролиечка едет. Ну, видишь, ей не удалось меня все-таки обогнать, ребята. Я занял здесь первое место. Блин, хотел взять... Ладно, фиг с ним. Ну, не дотянулся я чуть-чуть. Перелетел. Думал, возьму и поедем мы с тобой как эти. Вот из-за таких прыжков можно, ребята, с первого места на последнее прилететь. Уже было проверено. Пляжный кубок. Ну, пляжный кубок я возьму, наверное, все-таки здесь я возьму, ребят, с крыльями. Вот так вот. Хотя здесь, наверное, надо было, ребята, брать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига там чувачок наяривает. До свидания. Просто взял и перелетел. На форсаже, ну ты видел. Сейчас возьмем горючку, скакнем. Причем, ребят, я тоже на крыльях, блин. Есть. И второй раз я его обогнал. Как бы он там ни пыхтел, у него ничего не получается. Хотя уж очень сильно он там хотел выиграть меня. Дай горючку. Я. Все. Легче пареной репы, ребята. И, видимо, еще одна гонка, ребята. Кубок лесов. Ну, кубок лесов, я даже не знаю. Может быть... Нет, возьмем такое, но... Да. Тут все-таки сцепление с дорогой тоже немаловажно. Ой. У нас, ребята, здесь гости. Танк. Ну, эть, не дотянулся. Там была горючка, я думал, сейчас ее задним колесом задену. Но нет, не вышло ни шиша. Ну, в любом случае, вертушку мы обогнали. А танк я... Ребят, я тоже пробовал на танке ехать. Он такой, как сказать, неконтролируемый, что ли. Такой, весь какой-то на шарнирах. Ты вы где можешь упасть, перевернуться с него. Вертушка еще не успела, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, не успела. Да что ты. Уже сразу задом наперед начинает ехать. Есть. Слушай, я тебе скажу одно. Мы сегодня так... Я сегодня так налегке гонки эти проехал. Прям вообще на одном дыхании. Выиграйте 6 гонки на мот... Какой мотоцикл? Ты че? На баге. Да, я-то думаю, что не то у нас. Приключи... Гонки, на... ну-ка. Давай-ка попробуем. Как раз мне сказали. Ну и как? Как тут, ребят? Еще разок. Не знаю, ребят. У меня не получается на ней ездить. Так, да еще разок. Может быть, не надо так сильно гнать. Пока если не гнать, фиг ли тогда ехать. Да, как-то она... Набирает скорость, конечно, офигеть он.
привыкнешь. Не могу я подпривыкнуть к нему. Нет, не могу, ребят. Тяжеловоз, ускоритель, дым. Ну-ка, дай-ка попробую в застойном болоте. Давай тихонько. Так. Блин. Любая кочка или еще что-то в этом роде. Все, ребят, ты сразу же. А что мне теперь? На автобусе, что ли, ехать? Поменяли условия? Так если мы на автобусе, мне бы надо было. Ой, а тут-то как? Заехал. Тихо ты, чувак. Чувак. Ребята, мы потеряли бойца. Что-то мне кажется, мы сейчас потеряем не только бойца. Еще один вылетел в трубу. Тихо. Плевать на всех. Мы сами себе эти хозяева, да? Мне такое ощущение, что автобус скоро просто сломается. Нет такого ощущения. У меня почему-то есть. Да. Быстрее сломались мы, чем автобус. О, вертушка. Смотри, как байк там ушуршал. А вот здесь он, да, он здесь навернулся. А мы же здесь не разобьемся, нет? Вот что хорошо в вертушке, то что она практически неубиваемая. То есть мы можем и так ехать, и так ехать, и нам по барабану, ну все. Видишь, хоп, обратно, джик, трансформировалась. Круто же. Единственное, нифигово, что она, ребята, у нас как бы, ну, не прокачанная. Ой. А про горючее ты совсем забыл. Я-то тут еду, думаю, блин, нормально. На расслабоне. Но нормально, уже 86 тысяч насобирали. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.